Что, ребят, сегодня у меня тренировка. Пришли на север Норвегии. Выгружаемся солью. Побегу сейчас вот здесь, найду где-то выход и постараюсь забраться как можно выше. Чтобы я вас не обманывал, что действительно в Норвегии нахожусь. Еще на километр ближе. Сейчас вам покажу типичный на севере жилой дом. Так выглядит. У меня сегодня тренировка. Хочу забраться вон на ту гору. Просто обстановка заставляет, сподвигает на... Есть опасность определенная, когда ходишь в гористой местности в Норвегии. Вот этот мох, когда на него ступаешь, нужно быть очень аккуратным, потому что можно провалиться между камнями, и никто тебя никогда не найдет. Ребят, как же здесь круто! Просто благодать. Ни одной живой души. Сейчас я заберусь вот туда, поближе к водопаду. Эх, благодать, ребята. Просто круто. Надеюсь, здесь диких животных нету. А то придется сражаться. А у меня даже ножа нет. Ребят, не обращайте внимания, из меня еще тот натуралист, путешественник. Изучайте, изучайте те места, где вы планируете быть. Я-то ведь никогда не знаю, где буду. Поэтому не всегда и думаю, что появится такая возможность бежать куда-то наверх. А горы — это круто, ребят. При любой возможности забирайтесь в них. На них. Я могу сказать, ребята, одно. Если бы я спортом не занимался, для меня бы подъемы подобные давались бы очень тяжело. Возможно, даже не пытался бы. Потому что реально очень тяжко. Немного воздух немножко разряженный становится. В курсе, в горах имеются вот такие прекрасные водоемы, просто офигенные. Глубина здесь небольшая, утки плавают, вода чистейшая, можно спокойно пить. Ну вот, я так полагаю, первый перевалочный путь. Пункт. Почтовый ящик. Что интересно, в нем там что-то есть. Какие-то ручки. Место, чтобы восстановить дыхание и двигаться дальше. Дальше и выше. Ребят, вы не поверите, в этом ящике, в общем, книжка, в ней все отмечаются, я так полагаю, кто бывал здесь, дата, название судна, ну и не только моряки. Вот я написал, кто я, и попросил подписаться на мой канал. Вот такие дела. Уже начинает немножко темнеть, а нам надо добраться до нужной высоты. Как я в Норвегии, в горах уже не первый раз, я уже нашел метки. Буду по ним подниматься.
Чего уж тут греха таить. Все-таки проверенный маршрут, а намного лучше. Обратите внимание, какие тут валуны лежат. Но я считаю, что это все-таки безопасней залезать, чем идти где-то по снегу. Потому что или по мху, как здесь, да, можно очень легко уйти. И хорошо, если не глубоко провалишься, сможешь кого-то позвать. Ну что, давайте еще. Сейчас бегом-бегом. Я думаю, минут 15 буду на вершине. Здесь, кстати, воздух уже немножко разряженный. Чувствуется. Дыхание уже. Ну, не так быстро восстанавливается. Хоть не так высоко. Но я не тренированный особо. Восстановление идет дольше. Так как не могу пересечь вот эту снежную преграду, буду обходить здесь. Потому что очень скользко. Особенно в боксерках. Вообще не вариант. Будем двигаться другим путем. Не фартануло. Грозовая туча идет. Блять, придется спускаться. По ходу дела. До вершины 100% не получится. Очень-очень близко. Так что идем на спуск. Когда идете в горы, не рискуйте. Лучше вернуться назад и потом попробовать снова, чем пытаться рискнуть своей жизнью. Спускаться тоже долго сейчас придется. Правильно сделал, что не пошел выше. Реально очень сильный ветер сегодня. Знаете прогнозы, то в горы лезть вообще не вариант. Там сейчас даже вершины не видно. Меня бы оттуда просто сдуло. Поэтому чуйка есть. Всегда интуиции доверяйте своей. Все, ребят, на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Пока.